Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим шоколадный медовик или торт Спартак. Готовим тесто. В ковш кладем яйца, сахар, молоко, сливочное масло, мед и какао. Все это перемешиваем и ставим на огонь. Разогреваем до полного растворения масла. Переливаем в большую миску. Добавляем соду. Перемешиваем. Оставляем на 5 минут. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Сначала так, потом руками. Вот такое тесто у нас получилось. Кладем в пакет и отправляем в холодильник на час. Готовим заварной крем. В ковш добавляем яйца, сахар и муку. Перемешиваем. Наливаем молоко.
ставим на огонь, варим до загустения. При этом постоянно перемешиваем, чтобы не подгорело. Крем готов, убираем с огня. Накрываем пакетом или пищевой пленкой и даем остыть. Достаем тесто из холодильника и разделяем на 5 частей. Формируем колобки, а потом раскатываем тонким пластом. Раскатываем тесто на пергаментную бумагу. Раскатали тесто, перекладываем на противень, протыкаем вилкой. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 5-7 минут. Вот такие коржи у нас получились. Кладем в сторону, даем им остыть. Продолжаем делать крем. К сливочному маслу добавляем ванильный сахар или ванилин. Взбиваем миксером. Не прекращая взбивать, постепенно добавляем заварную основу. Крем готов, разделяем на 5 частей. Все подготовили, собираем наш десерт. Коржи соединяем кремом.
Сверху натираем шоколад. Отправляем наш десерт пропитаться в холодильник на несколько часов. Достаем десерт из холодильника и нарезаем на кусочки. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!